Генераторы сигналов являются одним из основных средств, предназначенных для технического обслуживания, ремонта, проведения измерений и исследований в различных областях науки, промышленности и связи. Генератор Tektronix IFG3021B – это многофункциональный прибор, в котором используется опорный генератор с отклонением плюс-минус единица, умноженная на 10 минус 6 степени в год. Пользователь может выбрать 12 различных стандартных форм сигнала, а также подключить и добавить к выходному сигналу внешние сигналы. На большом жидкокристаллическом экране одновременно отображаются все основные параметры сигнала и его графическое представление. Это обеспечивает полную уверенность в правильной установке и позволяет сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи. Клавиши быстрого доступа обеспечивают непосредственный доступ к часто используемым функциям и параметрам, таким как частота, период, фаза. Другие функции и параметры удобно выбирать через четко структурированное меню. Меню прибора выполнено на русском языке. Кроме того, в комплекте поставки имеется фальш-панель с названием кнопок также на русском языке. Благодаря этому сокращается время, необходимое для освоения работы с прибором. Проведем генерацию синусоидального сигнала и просмотрим его на осциллографе. Кабелем соединим выходное гнездо генератора с входным гнездом осциллографа. Выбираем форму сигнала синус, а затем нажимаем кнопку непрерывный. Для включения выхода генератора нажимаем кнопку ON. На осциллографе нажимаем кнопку автоматического выбора масштаба и наблюдаем сигнал. Для изменения какого-либо параметра генерируемого сигнала нажимаем соответствующие кнопки и манипулятором изменяем значение выбранного параметра. Изменение параметров можно также проводить и с помощью цифровой клавиатуры. Благодаря непревзойденной производительности, универсальности, интуитивно понятному управлению и доступной цене генератор Tektronix IFG3021B является одним из самых полезных приборов в отрасли.